Работу. Дорогие друзья, клайпичане, этот 2018 год был очень сложным для нас, было для нас настоящим испытанием. Все эти вот события, которые происходили в политическом, экономическом плане, это, конечно, большой вызов для всего нашего населения. К сожалению, иммиграция не прекращается, цены на коммунальные услуги растут. Все эти проблемы, с чем сталкивается человек, мы об этом знаем. Мы пытаемся остановить те компании, которые выкачивают прибыль с клайпичан. И, к сожалению, те политики, которые сидят сейчас у власти, они этому только потыкают, помогают. Надеюсь, 2019 год будет знаменательным для нашего города. Состоятся выборы в городской совет, выборы мэра. Я надеюсь, что клайпичане придут сделать правильный свой выбор, проголосуют за будущее свое. Также хочу пожелать всем клайпичанам, друзьям, поздравить с наступающим Новым годом, пожелать счастья, благополучия, семейного уюта. Любите друг друга, уважайте. Я уверен, что у нас все получится хорошо.